Яркие наряды, дрессированные животные и благодарная публика. На манеже Большого московского цирка стартовал фестиваль «Идол». В течение 5 дней артисты из 16 стран мира будут бороться за один из 3 призов. Это «Золотой идол», «Золотой манеж» и «Золотой зрительский зал». Выбирать победителей предстоит сразу 3 составам жюри, профессиональным цирковым деятелям, представителям СМИ и самим зрителям. Однако артисты уверены, победа тут не главное. В первую очередь я приехал за участием. Никто не знает, что произойдет, но главное для меня – это принять участие в фестивале. Фестиваль проходит уже во 2-й раз. В прошлом году во всех 3 номинациях первые места заняли цирковые труппы из России.